Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофе Фреш Иксайл Алекс Фокс, и сегодня у нас маньячок в CSGO! Хаяо, братишки! Чё кого, бро? Грёдород, всем здорово! Так, ребят, сегодня у нас весьма странная карта, тут просто лестница, и вокруг нее очень много-много нычек, вот, поэтому, очень ребятки, всем желаем приятного просмотра, ну а мы поехали! Поехали! Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Ну что, ребята, первый маньяк у нас, Саня, вот тут за решеткой сидит. Пацаны, такой, отойдите, такой, отойдите. О, давай, красава. Все, парни, погнали, погнали. А есть у меня на примете отличная просто личка. Далеко не идем, как бы здесь, ну, близко. Недалеко от... На второй этаж? Ой. Совсем недалеко, пацаны. Я случайно спалил, что мы на второй этаж идем. Так, простите меня, пожалуйста. Нет, так, теперь смотрите, здесь надо прыгнуть вот так. В смысле? Чего? Вот так вот. Стой, подожди. Вот так вот. Я понял. А почему не сработало? Она работает на последнем этаже. А, пацаны, он спалил вас. Нет, Сань, стой, не надо. Саня, проверь окна. Я знаю, какое окно проверить. Так я же с последнего и прыгнул. Ой-ой-ой. Нужен самый последний. Что у меня упало, жалюзи какие-то упали. Ну смотри, их тут нет в этой нычке. Так, Илья. Значит, они где-то вверху. Со мной, Телепортировались наверх, 100%. Пацаны, бегите, я вижу, где вы. Илья, ты где, Илья, брат, сюда. Он поднимается. Давай. Нет, пацаны. Все, мы в безопасности, Сани нас не найдет. Санек. Стой, Илья, не выходи только, не выходи. Это очень опасно. Так, стоп, где Саня? А вам это ветер не дует? Это очень опасно. Не, нам ветерок не дует. Ну, ветер не дует. О, Саня сразу понимает это подсказки. Так, в смысле? Какие подсказки? Но он не понял, что это была двойная. Так, стоп, Фреш, а он на этом этаже или что? Да. А, понятненько. Понятно. Ясненько, понятненько. А он не знает эту нычку, вот в чём прикол. О, ты в туалете, Саня, красава. Решил ручки помыть. А куда ты идешь? На лучко пианино. О, тут бутербродики. Опа-на, ты вышел, идешь в соседнюю квартиру. А кто мою дверь открыл? В смысле? О, пацаны, бери. Валим, валим! Илья пожертвовал собой. Олег настолько испугался, что даже голосовуху сказал. Валим. Не бойся меня. Валим. Как говорить, ёпта. Это тот этаж. Чё? Вот это, пацаны, вот этого я вообще не ожидал сейчас. А ты где? Я не знаю, я вообще этого не ожидал. А, я понял, Илья. Илья, блин, ты чё? Красавчик. Ну это вообще такая подсказка топовая. А, он не понял. Подожди. Олег такой горошек вылазит. О, чё там было, чё там? Волшебный восток! Да хватит подсказок, Саня, ты чё, реально не понимаешь? Арабская ночь! А где Саня, подожди, он хотя бы на этом этаже? Нет, он даун. Сань, помнишь нычка, где есть такое место над потолком, комната? Да, это в каждой комнате. С вентиляции, ты должен подняться. Самолет. Там еще в компьютер, Саня, надо было прыгнуть, и ты потом по вентиляции поднимаешься, и там, получается, между этажами есть нычка, как бы, да. Вот, ты вот должен туда пробежать, короче, и потом это... Вам ваши ботиночки почистить, молодой человек? Выпусти меня! Выпусти! Я уже... Подожди. Я почистил ботиночки. Да что было? Олег в экран взял. Я вообще ботинки почистил, а он меня убивает, а? Минус экран. Засранец. Санёк. Я все с тобой, брат. Вылазь оттуда 10 секунд быстрее, пацаны. Погнали. Так. В общем, ребят, Саня высказал желание опять бы к маньяку. Высказал желание. Ну, реально, ты сказал, я хочу еще раз. Нет, Олег, я сюда не пойду, смотри куда. Пачаны. Куда? Где? Пачаны. Там тот, та маленькая нычка, ты чё? Нормально. Илья, ты где?
Пучаны, я иду, пучаны. Его засосало. Илья, ты где, ё-моё? Меня в цемент засосало, я же сказал. Блин, что делать теперь, а? Я просто, походу, пропустил на каком этаже, вы пошли. Илья, ну знаешь, достаточно далеко мы ушли. На седьмом этаже, за 7 минут счастья. Напиши в чате. А тут всего 6. Отлично, Олег. Я случайно, пацаны, я реально случайно. Конечно. Да твою мать, что за это, я не могу. Это понять. Ворот открылось. Сука! Ой. Олег, спасибо. Ой. Нет, не догонишь. Что это было такое? Что было? Я не знал, что на этой карте есть скримеры, блин. Твою ж налево. Я тоже не знал, пацаны. Я нажал, думаю, что за кнопка-то? Ёпте. Что за кнопка-то? Нет, все, не надо. Илья, на самом деле ты меня вообще так засейвил, просто не представляешь как. Олег, ты мне тоже вообще красавчик. Так, вот только вот знаете, что меня смущает? Но я в такой нычке просто, это жесть. Меня никто не найдет никогда. Вообще топ нычка in the world. Ну это хорошо, знаешь, это хорошо на самом деле, как бы это. Я вот почему-то говорю. Я вот почему-то говорю, потому что нычка хорошая, это хорошая нычка, да? Не хочешь ко мне? Да как у меня, ну подожди, я тебе могу написать, где я. А где ты, подожди. Может выше ты? Стоп, я же помню, где ты, стоп, был, нет? Нет, я не там. Уже в другой нычке? Да. Ну давай, напиши в чате, я попробую сейчас проникнуть в твою нычку. Этот падик, это просто что-то с чем-то. Уёб твою мать! Хороший падик, да? Понятно. Олег, ты понял, где? Да, я попробую, сейчас попробую. Попробуй, просто он не догадается, как сюда зайти просто. В смысле? Блять. Да Саня, ну чё ты? Ты чё? Ты чё за тайминг? Стой, Сань. Здрасте. Стой, Сань, я могу показать. Сань, стой. Погоди, Сань, какие у тебя ботинки? Стой, что нет. Сань, да, Сань, ты можешь стать сюда, Сань? Вот чё, сюда. Не да стань сюда, тут я вот. Саня, ну блин, нужно эту картинку сделать. Сань, подожди, стой, да, картинку для видео. Подожди, какие у тебя ботинки, Сань? Чё у тебя за ботинки такие интересные? А, я понял, он тебя опять типа, ты умный, да, такой. Подожди, надо с этого ракурса, подожди. Ну нафиг, я лучше посижу. Да смотри, стой, я вот хочу выйти на свет, просто там темно было, подожди. Я там па-па-па-па-па! Отлично, дверь открывается. Че, умный такой, да? Вот Олег. Надеюсь, у Сани мало хп, он разобьется. Опа. Спасибо, что спалил всех. В смысле? Здрасте. Спасибо, Олег! Просто лучший! Просто спасибо! Да я не знал, что он за мной побежит, что он увидит меня! Если бы ты бы не спалил, он бы меня не нашел. Да блин, сори. Дина, ребят, вы где? Я уже наверху, давай. Я, ребят, Олег, Илья. Подожди, Сань, ты нашел нычку? Олег, вот так вот делай, понял? А, в натуре, стой, только подожди. Иди сюда. Так, вроде бы где-то здесь. Да, во, вы сюда. Ну, нычка, конечно, такая себе, да, но другого варианта у нас, пацаны, нет. А там дальше... Ну, как бы лучше, чем ничего. Как бы Илья еще не вышел, поэтому я предлагаю прочекать полностью территорию и все. Вот, но... чтобы знать. Ребята! Что? Я заказал с Китая себе классный спиннер! Я понял. Короче, все, давай ждем. А почему не открывается дверь? Ну, потому что на ноуклипе надо вылетать вообще-то. Да. Либо дверь открывается. Ой, тут выйти можно, ёма. Да, ты что, не знал? То есть тут нычка такая двухсторонняя, да? Вот, а тут дверь как... О, вы видите, там это, наверх. Так, а кто здесь остался? Что наверх? Ну вон, вот отсюда посмотри, там эта дырка, проход. Да, вижу я. Тоннель. Овал. Воу! Обал. Что такое, Илья, что такое? Я телепорт нашел. Какой телепорт? Куда ведет? В душ? И где в него войти? А, в душ, да? Да. А, прикольная нычка, слушай, прикольная. Илья, пожалуйста, скример только не включай. Только скример реально прошу. Не включает, то я уже один раз... Нет, стой. Один раз обстрелился. Я забыл, куда его... Ой-ой. Сейчас скример включит, отвечаю. Блин, по-любому, вот. Я правда не знаю, где скример как бы находится, да? Но вот по-любому, вот сейчас вот нажмет на кнопочку. Да, нажмет на кнопочку. Так, пацаны, смотрите. На кнопку. Я, короче, я думаю, можно, да? Не, ребят, я знаю, что вы на этом этаже, потому что дверь как бы была открыта. Мы просто все двери открывали. Конец! Папа, мы серьезно? Олег, вот это топ идея вообще. Я как бы проехал все этажи и как бы там... Да, а мы закрывали на других, а на одних открыли, понял? Да, все изи, лемон сквизи, ачники, пики, лайк. Ничего себе. Почему не работает? Что не работает? Ничего не работает. А куда? Это вот сейчас кто сделал? Я какой-то... Фрэш, вот зачем, а? Я, кстати, услышал, да, звук.
А, шутить же надо. Пацаны, сорян. Пацаны, ну надо план Б. Вы хотели увидеть скример, пацаны? А, нет! Я наушники снял. Нет! Режь! Саня, режь его! Ты чё, хрель? А где третий ваш? Ну, убежал. А где он? Где третий? А я в нычке, пацаны. Особенная такая нычка у меня на куле. Под названием лестница? Стоп, стоп. Опа, дверка-то открылась. А вот куда идти теперь? Да-да-да. А вот куда идти? Дверка-то открылась. Лол, чё? Вот здесь дверь. Это чё такое? Пацаны, меня зажало, пацаны, я не знаю, честно слово. Пацаны, меня зажало. Пацаны, честно слово, вообще не знаю, что за дверь. У тебя руку видно, назад чуть-чуть отойди. Меня зажало, всё. Так, не видно, пацаны? Но с другой стороны, около этого. Назад иди. Ой-ой-ой. Я посудомойка. Ты женщина, Олег, ты женщина, а не посудомойка. Давай влазь. Спасибо. Ясно, Илья. Ясно. Ей. Вот вернись в ту комнату, где ты посудомойкой меня назвал, и подойди к печи. К печи подошел. Ты печка, а не посудомойка. Ах ты ж твою мать. А, ты в диване был? Человек-диван? Да, человек-диван вообще-то, как бы, нормально. Олег диван. Нормальная нычка у меня такая была, вот честно, да? Такой так почему дверь открылась в эту сторону? Нычка полибор, блин! Нычка по-любому. Ну что, ребята, я маньячок и готов. И чё? Класс, сейчас быстренько так найдем, по-быстренькому. Не прыгай. Так, не прыгай. Ничего. Ты мне говоришь? Да, не прыгай. Там, брат, а чё такое? Ничего. Не надо. Так, ну, парни, вы же понимаете, как бы, да, что я вас быстро-быстро найду? Ты умрёшь. А чё не... О, это звук открывания двери, я понял. Да, то есть она открывает через полторы минуты, у нас другие скрин. Немножко правила. Так. Олег, иди. Так, это кто откуда смог кинул, а? Кто так может сделать? О, Олег, иди сюда. Куда? 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 Сейчас там комната будет открыта. Во, и посмотри в окно. Спасибо. Ну чё ты за человек такой-то, а? Ну зачем? Саня, спасибо. Стой, посмотри в окно еще раз. Еще раз посмотри в окно. О! Санёчек, брат! Ты чё? Ты чё делаешь? Саня, куда заныкаемся? Это скример был. Это скример 2.0 Edition, да? Gold Edition какой-то. Gold Edition, это так, пацаны, а вы куда вообще полезли-то? Это Excel-овская корпорация. Давай просто закидаем тут всё. Давай. Так, подождите. Я тоже закидаю. Подождите, вы смоки где... Пошли сюда. Так, подождите, вы смоки дайте вниз, да? Да. Нажми на кнопку. Если наверх, смоки... А ты так можешь? Чуть-чуть так, чтобы, если что, туда смотри. Если что, плачь. Блять! Ты куда ушел? Я испугался. Ёпта, я тебя испугался. Блять! Я испугался. Да где вы сидите-то, алло, а? Саня, я испугался. Саня, испугался. Ты шо, блин, испугался. Пацаны, а что тут делаете, я не могу понять? Это типа... А где тут Саня? Ой, Илья. Да я вот тут. Ребят, не, ну то вообще это... Блядь. Что, где? Куда вы залезли? Я что, должен каждый этаж проверять, что ли, а? Да. А чё это вдруг так, а? Чёрт этаж. Затонируем окна. Я на первом этаже уже был. Сюда, давай, здесь тонируем. Давай. О, красавчик. Тут сколько будет дверей. Олег, первый этаж, окно посмотри. Тонированное окно. Тонированное? В смысле, чё? Да мы окно затонируем, ты что, не умеешь, что ли, в КС-ке тонировать окна? Это новый баг. Так, на первом этаже, да, мне кажется, где-то не здесь. Не баг, а фича. Первый этаж, окно, посмотри. Так, значит, в другом месте окно, да, блин. Тонированное окно. Какой же ты? Что? Какой? Тонировка под нами. Вот, и смотри, ну, в окно, да. А я пока уйду, потому что я сидел в углу. Ну почему это не только тонированное, это еще и бронированное стекло какое-то, а? Олег. Ты че, это ж прокачка. Олег, пока ты обратил внимание на окно, я убежал уже. Да, кстати, за тебя был Илья. Блин, да, я сидел в углу. Да, Саня. Я не верю. Не верю. Я тебе клянусь. Не верю. Всем твоим каналам, короче. Ну ладно, тогда верю. До свидания. Пацаны, бежим. А куда это мы? Опа! Пацаны, бежим. Нет! Пока! Я тоже за тобой! Да как ты не болтаешь? Сам, брат! Пацаны, я за вами! Все вчетвером на одном месте. Знаете, как будто раунд начался и все закончилось. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее видео по маньячку в CSGO подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось и поставили лайки, подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня был Чесноков, Феликс, Бой, Фрэш, Иксайл, и всем пока-пока. До скорого, ребята. Всем пока. Ебой, всем отбой.